Здравствуй, мама. Я пишу тебе письмо, знаешь, мама. У меня все хорошо, светит солнце. Все нормально у меня, а в полях стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по полям. Мать не знает, как бывает трудно нам, как проходят наши юные года. На Донбассе идет война. Под шумом взрыв гранат шагает наш отряд. Где-то там в полях слышна стрельба. Под шумом взрыв гранат где-то трассера летят. И от разрыва вся дрожит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед. И не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, на Донбасс, где по-прежнему стрельба, не забыть нам всех суровых дней, ночей и лица погибших друзей. Вот победа, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама. Я вернулся, я живой. Заглянул я своей матери в глаза. Постарела ведь она. Под шумом взрыв гранат шагает наш отряд. Где-то там в полях слышна стрельба. Под шумом взрыв гранат где трассера летят. И от разрыва вся дрожит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед. И не отступим мы с тобой назад. Мы с тобой назад.